2023 год, 6 сентября, наша операторша не смогла продолжить из-за демонстрации томографии. Вот поэтому я продолжаю. МРТ — признаки кистозного образования левого полушария, мозжечка, атрофии больших полушарий головного мозга, симметричной гидроцефалии заместительного характера и глиозным изменением паравентрикулярного белого вещества в лобных теменных областях обоих сторон. МРТ — признаки гипоплазии мозолистого тела, гипоплазии левого поперечного венозного синуса. Ребенок, значит, Мухаммад Юсуф. Значит, подтверждение данного заключения мы можем здесь увидеть. Кана бемор. Демек, мана беморымызга шунт койлгандеги ва шунт койлмагандеги холатлары. Сізе беморыз ма? Кана бемор? Олыз ма? Өзіз чүштіз ма? Чүшманыз ма? Чүштіз, а? Вот мама подтверждает, что действительно это его. Так что Аллах спасен, дай Бог вам здоровья. Шо видеоролики көргенлер илтимас, дуа қойылар, шо балам соппа соғайып, ел қатары болып кетсін.